Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Mongoose Games. Мы с вами продолжаем прохождение Rise Dawn of Rome. Желаю всем приятного просмотра. Итак, мы с вами высадили все-таки на побережье. И теперь нам надо добраться. Ой. В общем, надо куда-то добраться и что-то захватить. Да, конечно, не самая лучшая высадка десанта. Уничтожаем сразу какого-то прям нового варвара. Какой-то он прям сильно шустрый и еще получается с двумя мечами. Хорошо, пока что идет. Тут пытаемся сделать вот так вот. Ну, оббегай, давай, побыстрей. Немножко не успели, да? Да, тут их слишком много. Вот это тоже с топором опасный тип. Продолжаем зачищать остров. Ты заплатишь кровью для меня. Теперь наш флот уничтожаю! Надо разрушить эту башню! Так, хорошо. Продвигаемся дальше. Нам надо захватить баррикаду. Построиться! Идем вперед. Опять строимся в черепаху. Приготовиться! Готовь щиты! Держать! Держать! Отпустить щиты! Идем дальше. Приготовиться! Щиты, парни! Держать! Строй! Держим, держим, держим. Еще пошли стрелы. Держать! Подходим ближе. Так, приготовься! Готовь щиты! Держать! Приготовились! Готов! Держаться, солдаты! Вот они! Готов! Попробуем копья запустить их. Бросай! Готов щиты! Готов! Держаться, солдаты! Разомкнуть щиты! Идем дальше. Щиты, солдаты! Держать черепаху! Держим, держим, держим черепаху. Солдаты, держаться! Эй! Готово! Бросай! Поднять щиты! Так, ну вроде все. Вроде всех разбили. Легионеры! Вперед! Так, быстренько тут, пока есть время, пауза, пробежим в поисках каких-нибудь предметов. Может, тут что-нибудь типа осталось. Вернее, где-нибудь что-нибудь лежит. Много жертв, конечно, тоже с нашей стороны. Так, копья забираем. А нам копья не нужны у нас полностью. Копья так как не берутся. Тут идет сражение у нас. Так, это что? Это просто копье, да?
Никаких свитков, никаких новых видов, ничего тут вроде как нету. Здесь, да, тоже копья. Просто находится. А вот тут вот что-то нашли. Вот, собрали с вами хронику. Отлично. Отлично. Ну и пойдем с вами теперь уже дальше брать штурмом башню, которая стреляет катапультой. Ну, с этими ребятами получилось нас быстро разобраться, с лучниками. Идем дальше с вами. Нужно удерживать баррикаду, пока не подойдут наши лучники. Легионеры! В линию! Вперед, парни! Возьмем эту крепость! Вперед! 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 Так, мы берем копья. Лучники, берегись! Ага. И помогаем нашим ребятам. Наша задача убить лучников. Лучники! Не дают мне кидать. Так, хорошо, берем еще копья. Тут есть копья? Тут есть копья, берем. Лучники! И опять лучники, да? В общем, надо как-то... А если мы вот сюда ворвемся? А, туда мы не можем, да, подойти? Нам надо убивать быстро лучников. Как-то отбегать это все дело, чтоб нас еще не попали. Ах вы гады. Надо это все делать, ребята, быстро. Так, у лучников боевой дух падает. Ну что, копья кончились? Да что такое? Залп. Лучники! Они отступают! Слава богу, помогли нам лучники. А то было уже... Ситуация у нас критичная. Отлично. Кто возьмет штандарт? Так, лучников. Лучников. Или сюда, или сюда, да? Ну, я думаю, давайте их, наверное, вот здесь разместим, наших лучников. Прикрытие для нас. Лучники на крыше! Ну, а мы с вами пытаемся дальше штурмовать башню. И нам надо вон ту разрушить башню с катапультой. Так. О! А тут еще и стрелы, да? Наверное, сделаем вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Пора, наверное, нам немножко жизни восполнить. Так, уходим, уходим. Уходим. Где еще? Где еще варвары? Убейте все! Ой, 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 ой! Нам надо срочно жизнь восполнить. Хорошо. И вот этого пытаемся. Да, тут тяжело. Серьезный бой происходит. Хорошо. Доберитесь до передовой башни с катапультой. Ага, вот до тудова. Так, ребята, нам тут прочислили и предлагают пойти обходным путем. Марий, давайте. Мы можем обойти их с правого фланга или захватить Скорпион слева. Как поступим? Мы поступим слева. Наверное, да? Берем свиток тут или хронику, что-то подобрали, пока есть у нас такая возможность. Так, ну и можно как-то попробовать вот этих лучников, да, сагрить на себя.
делаем вот так. Похоже, мы с ними разделывали. Так, что такое? Что-то окружили меня прям капец. Все вместе! Убейте его! Да не тут-то было. Ну, просто здорово, просто здорово. Так, наверное, берем ХПшку. Римское отродье! Давай, сражайся, сражайся. Надо лучников убивать. Хорошо, и еще одного лучника. Ну, с лучниками быстро мы разбираемся. Ну, вроде как все, да? Лучники! Тут вроде совсем разобрались. И продвигаемся с вами дальше. Так, нам, наверное, надо ярость немножко накопить. Наверное, пока оставим мы это дело. Вперед! Чтобы... К стене! Так, 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 так. Берем копье. Хорошо, что они по очереди в нас стреляли. И пока они готовились, мы их быстро успели копьями-то и подразобрать. Так, давайте возьмем копье еще одно. Так, ну я так понял, нам надо вот эту штуку еще разобрать. Но это, наверное, надо просто залезть вот сюда, да? Чтобы опустить мост. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Берем копья. Ну, подойди, копья возьми. Вот. Так, и там лучники. А отсюда я смогу в лучников попасть? Нет, надо выходить немножко, да? Убейте его, пока он не опустил мост! И еще раз. Берем, отлично. Нам, конечно, досталось немножко. Сразу бежим вперед. На восстановление ХП ставим. За мной. Так, мне надо прорваться к башне. Твой отец был защитником народа, Марий. Да, замка такой у нас. Жить с его потомком честь. Вот та вот башня. Сюда. Доставляет нам прям большие проблемы, да? Так, тут еще один свиток какой-то получили. Вверх по лестнице! Пошел! И быстренько расправляются. Они обходят фланг! Быстренько расправляемся со всеми лучниками, со всеми варварами. Отомстите за него! Хорошо. Захватите катапульту. Нацельте на башню и дайте сигнал. Мы сдержим этих ублюдков. Понял. И нам надо будет защищать как-то катапульту нашу, да? Так, ну а мы это сделаем, наверное, с помощью... С помощью скорпиона. Да?
так вот. И вот так вот. Ну, вроде как все. Ой, ой, что-то такое было. Надо, надо немножко отойти. О, тут катапульта пошла, да? Делаем вот так вот. Сразу вот этого шустрого убиваем. Отходим, отходим, убегаем. Мы попробовали мир, теперь отведайте нашей стали. У них так. Катапульта. И еще раз попробуем вот так фокус сделать. И вот этого. Римская отродье. Сражаемся с Салтыком. Ай, вот это было больно. Из-под тишка-то. Резкое отродье. И такой вальяк к нему подошел и добил, да? Потеряем катапульту, потеряем тур. Вперед! Ай. Отходим, отходим, отходим. Давай, огненный зал. Справятся наши лучники. Отлично. Лучники помогли немножко. Еще огненный зал. Так, хорошо. Но этого надо самому добить нам. Так, ну вроде с этими справились. Ой, толстяк какой. Пришел. Так, ну надо немножко отойти. Сегодня ты умрешь. Нам надо ярости немножко накопить. Ой. Больно бьют. Так, отходим чуть-чуть. А то они могут наносить большие удары сильные. Ой, это было больно. Попробуй еще. Так, отходим, отходим, отходим. Ой, зажали в угол. Ой, вот это было больно. Ребят, ну я прям не знаю, что мне делать тут. Попробуем. Попробуем вот так. Вот этого старевика сразу. И вот этого сразу поставится убить. Ну, вроде как полегче теперь. Так, отходим, отходим. Римская тварь. Отлично. Я остался последним, да? Ну, теперь мы просто как котенка убиваем, да и все. Не получилось произвести казнь. Ну, команду в нашей катапульте огонь. Да, ребята, было потненько, потненько, конечно. Особенно, когда одни здоровяки к нам пришли. Ну, благополучно мы взяли с вами замок.
благополучно его штурмовали. Командир! Сегодня мы потеряли много хороших солдат и офицеров. Мари, ты доказал, что можешь командовать. Ты заслужил уважение солдат. Так, возьми этот шлем. И надень его. Легионеры! Вот ваш новый центурион! Мари! 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 Хорошо, хорошо, спокойно! Спокойно, парни! Так. Вы знаете, чего ждать от этих варваров? Они раса бешеных, которые дерутся с нами, не жалея сил. Но они не знают, против чего сражаются. Рим! Цивилизация! Рим! Это порядок! Рим! Это сила! И здесь мы есть Рим! Командир. Армия варваров короля Освальда движется на Йорк. Генерал Комет и шестая когорта вступили в бой, но их судьба неизвестна. Соберите оставшиеся лодки и разгрузите их. Подготовьте солдат. Мы идем на Йорк!